И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем охранять пиццерию, которая называется, Серега, как называется? Паскити Пицца. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Во, у нас когда вот мы с Димоном охраняем и нет аниматроников, мы приходим в Слендера играем. В YouTube играем заблокированный. Нет, а мы потом залипаем туда. А, чё заблокированный? Вы чё, в Китае, что ли? Эндоскелет тусуется здесь. А я играю в Майнкрафт. Ну, в общем, ребят, когда мы тут не играем, эндоскелет здесь играет в основном в игры. Вот. Смотрите, у вас какой аниматроник здесь, вот, офигенный, смотри. Иду со всей силы. Вот, смотри. О, так это Скейс аниматроник, что ли? Я не знаю, это какой-то вообще индивидуальный. Очень прикольный. Здесь есть кабинка, Димас, типа кухня, а дальше идет комната наблюдения, понял, за аниматрониками. Понял. Вот еще и комната оператора, он типа тут всем возглавляет и включает их, выключает, в общем, вот такая. Все серьезно. Да, вот у нас тут. Я думал, там диджей тусуется, музыку пилит. Ну, типа диджея, короче. Так, подарочки, все дела. Гитара крутецкая. Ну, аж переливается. Ну. Так, шарики. Хорошо. О, смотри, какой Фредди, кстати, он фиолетовый, фантомный какой-то, не знаю. Ребята, напишите, крутой. С какой части. Опа. Опа. Краса. Фокси. Ой, блин, аж что-то дернулся, когда я их боюсь. Как будто он притянул меня. Не, Димас, это тубзик обычно, ничего не. Это мадамский, а это джентльменский. А, мадам. Мне кажется, вот этот, Димас, джентльменский, вот. Что-то текстуры. Достать, боже. Нормально. Так, это все, Дима, закрыто, тут ничего нету такого. Вентиляция работает? Работает. Не-не-не, она не работает. Так, вот. Что у нас еще тут есть? Ого, смотри, Димас, это гравити пушки. Портал Ган даже здесь есть. Красава, это что, продажа здесь? Ну да. Неплохо. Балунбой стоит. Так, ну здесь столики просто. Да, здесь Привет. Можно, короче, отдохнуть с друзьяшками. Да, если, ребят, заходите... О, Серега, да, я тоже сяду. А девы, куда вы? А пришли? Вот мы тут сидим, кушаем. Может, пойдем уже? Пицца. Ладно, все, вкусно, Серега, пицца, пошли. Это я вам показываю. Это, я тут охранник уже закаленный в боях, а вы только стажеры, короче. Я вам тут показываю, что да как. Да мы на этой пиццерии второй или третий раз записываем. Я ее очень плохо знаю. Ну да, смотри, тут вообще... О, эндоскелет, смотри, еще один. О, Бухарик, привет. Ой, чего, смотри, кто тут, смотри. А че голова не... Ну ладно, пусть будет по-вашему. Их чинит просто здесь, понял, Димас? Диман, а че здесь у нас? Чинилка всякая. О, тут можно электричество нам вырубить, смотри. О, не надо. Надо. Ну, мы будем знать, если что, где можно включить. Ну, вырубай, короче, вырубай. Давай посмотрим, вырубится. А, ну давай. Не, Дима, нельзя вырубить. Это так, для атмосферы, да? Чисто поржать. Так, ну у нас, ребята, кстати, есть тут пончик с монитором и два фонарика. Ого, пончик. Это какое-то пончище. Тут свет. Серьезный. Давай камеры покажем, а? Давай, давай камеры. Так, первая камера это у нас вот главная. О, там зал. Бегает папайрус. Тут мы можем увидеть Фокси, трех аниматроников на сцене и того фиолетового. Вот. Черного, кстати, здесь не видно аниматроник. Блин, надо было камеру немножко подвинуть, но вот так вот. Опа. Опа. Привет. Я тебя знаю. Это ты. А, кстати, о, балунбой я вижу, только он пропадает. Так, третья камера, эндоскелет. Есть. Это машина. Так, площадка. Комната отдыха. Вот. Пятое, это у нас вход. То есть самые, Димас, такие места, самые популярные, самые мощные. Получается сколько? 5 камер, да, у нас? Да, 5 камер, Димас. А вот здесь мы не показали. Подземное убежище. Если там совсем будет туго у нас наверху, мы сюда спускаемся. Здесь можем. Здесь тоже у нас есть монитор, мы можем камеры здесь тоже посмотреть. Здесь еще можно тоже интересно. Переключать, и здесь можно прятаться от аниматроников. Все, классно. А можно сюда еще выйти? А нет, нельзя. Нет, там нельзя уже. Слышишь? Да-да-да, шкатулка. Песню какую-то. Эта шкатулка заработала. Так, давайте по камерам посмотрим. Ну так, что, ребята, Дима? Если что? Ночь начинается? Да, ночь начинается. Аниматроников мы будем отпугивать с помощью фонариков. А ну показывай. Вот. Смотри, давай, показывать. Вот. Ого! Реально лупит? Свет. Очень мощно лупит. И сюда. Я же не первый раз здесь выживаю, я тут вот. Ну да, ты уже свой здесь, челик. А ну, Димон, посвети мне в глаза. Ну-ка, давай. Ух ты что, реально лупит. Так, на площадке никого. В игровой никого.
Ленточный ни у кого. Балунбой! Там моргнул тебе. Я вижу, 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 Димас, отсюда даже. А что это за рука? Там чел какой-то страшный. Так. Диман, если что, включишь фонарик. Хорошо, ты. А, включай! Димас! Надо мелькать. Вот так вот, так вот. Маску, маску одевай. Не, маска тут не нужна. Понял. Надо. Я все на кучу. Тут надо просто светить на него, а потом через какое-то время уходит. Во, видишь? Ушел. Ушел. А ну камеры попереключай. О, балунбой видно, кстати, тут. Он моргает глазом, видел? Ага. Я шучу. Да? А я сейчас посмотрел. А вдруг? Димас, ну ты как стажеру, я тебе пончик приготовил, смотри, какой большой. Да я его не съем. Ну я, не, может и съем, он очень вкусный. Пахнет вкусно. Ну розовый, это. Так он больше, чем моя голова. Димас, смотри, лезет к нам в вентиляцию. Включай, включай, включай. А тут надо этот, маску одевать. Ой, Димас, смотри, чтобы аниматроник увидеть, нужно фонарик теневого увидеть. Да-да-да, я вижу, я вижу. Видишь тенево? Он даже когда невидимый, фонарик его тенево. Так, а ну уходи отсюда, паршивец. Уходи. Опять насрать вздумал вентиляцию. Уходи. Кто там масло вечно разливает свое? Так что, Димас, от аниматроников сбоку намного труднее спасаться, чем прямику. Так, я дверь открою, если что, я буду бегать. Идет. Он пошел куда-то. Так, смотрим, где он. Так, все хорошо. А куда он? О, вот он, вот он. Вот он. Смотрим, что он будет делать. Он гавкает на нас, смотри, воет. Гавкает. Опа. О, куда пошел? Он камеру нам хочет съесть. Смотри, еще кто-то ходит. Когда скелетом в гости пошел. Поиграть пошел что-то. Блин, а в какую он игру играет? Не видно. Смотри, кусает ее. Да не, он лупится, он новый рекорд ставит. Димас, а я думал, знаешь что, я, короче, в этот автомат играю, смотрю, у чувака рекорд 9000, а у меня только 1000. Думаю, как его побить, рекорд? Не могу. Фокси, сейчас. Короче, это лупится, я понял. Это Фокси, Фокси, знаешь, что играет? А что он играет, Майнкрафт, что ли? А не, Майнкрафт справа. Так, он ушел, Димас. Диман, я сейчас побегу и посмотрю, какая там игра была, и скажу тебе. Так. Давай, так. Только смотри, он сбоку, Димас, он сейчас тебя съест. Ты чекай меня там по камере, сопровождай и говори, где кто. Ну, да. Сбоку. Я тебе говорю. Да ладно, да! Сложно, Димас, выйти из камеры ночью. Тут вообще не пытайся особо. Димас, он на этот... Ой, пришел! Светим на него. А то он сейчас откусит нам. Мужик, уходи, мы свои! Ушел. Блин, они стрёмные. Ух, Димас, давай иди быстрее чекай, какой там игра. А ну, Димас, скажи, как он стоял? Вот так стоял он? А, да, сейчас, секундочку. А, нет, левее. Вот тут. Я не знаю, что это за игра, тут не написано. New Game, Continue. А. Димас, он к тебе пришел, Димас. Он играл 5 ночей с Фредди. Димас, види. А, блин. Я видел, как он сожрал тебя. Он дальше прошел играть в эту игру. 5 ночей с Фредди игра называется. Да? Да. Серьезно? Да. Вот. Офигеть. Вот он. Диман, совпадение? Не думаю. А! Ого, кабан. Это что, батя пришел? Он что, он из унитаза вылез. Вот это кабанище, он, здоровенный. Он аж этими, он когтями царапает эти автоматы. Что он там делает? Возобновляет его, что ли? Оживил? Не оживил. Поссал на него и ушел. Диман, чекай, чтобы мы не провтыкали так, опять. Чекаем, нормально все. Опа, он на камеру, смотри, кривляется. Дурак, что ли? Глаз, видишь его глаз? Это он глаз нам показал свой? Глаз голубой был, да. Серьезный мужик. Он хоть и страшный, но глаза у него красивые. Понял? Так. Слышишь звук? Я стоп-сон прописал, я думал, это музыка началась, а это они делают? Это гул, Димас, такой, аниматроника. Ой, я слышу. Это он голодный, из живота его, понял? Это он ржет, что ли? О, Димас, идет! Ржет. Маску, Димон. Бей. Нет. Давай только аккуратней, Димас, вот он кусается. Димас, ты не боишься? А ты сзади меня был, что ли? А что ты сзади меня бежал? Я смотрел. Так. Блин, жалко, что у нас там камеры нету.
Димончик, смотри, где я на столе танцую чамбу. Не, я тебя на камере не вижу, это я так вижу просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё-чё-чё-чё? Он идет сзади меня там. Он был рядом, он быстрый, кстати, я заметил. Он хотел меня мочкануть, но не смог. Он в этот, в игровой комнате находится. Только он пожелтел немножко, кстати. Ого. О, смотри. А что это за кабан? Это другой кабан. Ого. Идет обход делает, что ли? Ребята, если вы хотите, чтобы на этой пиццерии мы записали еще, ставьте лайкосик. Ну, два ставьте. Так, куда он пошел, поклацай. А он тут где-то в углу там. Ну, тут, Димас, надо уже самому идти, пойдем. Идем, Димас. Я его имя только что вот видел. Ха-ха-ха, он где-то тут. Имя? Да. Димас, а ты где? Я возле нашего стола, я маску одел. Так, тут вроде никого. Никого нету? Давай свет включим, проверим, есть тут кто-то. Нету, Димас, что ты это говоришь? А что тут имя Робби видел? Вот он, я же говорю! Я видел! Маску. А да как его не подсветил, даже мой фонарик его не видел. Маска, это очень хорошо. Маска, это очень хорошечно. Я думаю, не видели здесь двух охранников. А мы их видели, они в туалет пошли какать. Да, они за коричневым пошли. Просто так, после такого... Секретный пароль аниматроников, знаете? Знаю. Беги! Димас, беги! Не, я тут это остаюсь. Так, Димас. Димас, я вижу его. Все хорошо. Ищет тебя. Да ладно. Где ты заховался? Я не буду тебе пока говорить. Это секретное наше место. Он пошел. Я сейчас, Димон, прорвусь к тебе, смотри. Он на площадку, нет, не площадку. Балумбой пошел. О, это хорошее. Димон, говори, когда он будет в каком месте, я пробегу быстро. Так, он в главном зале, Димас, находится. Ко мне идет. Вот блин. Я его фигачу фонарем. Он уходит. Димон! Я бегу, Димон, к тебе! Есть, Димон, я знал, что мы сможем. Она что, живая, что ли? Ну. Я такого еще не видел аниматроника Башка Бонни. Я угораю, блин. Так. А давай посмотрю, как она ползет. Что она мне сделает? Она же мне ничего не сделает. Димон, вот эта башка, иди посмотри. Димас, ну нафиг. А что ты тут ползаешь, башка? Она ногу тебе откусит. Не-не-не. Она же кусается. Нет. Она сейчас тебя прет, Димас. Ай. Ай, ты че, кусаешься? Она тебя кусает, да. Все, она пошла куда-то. Уходи. Ты что тут делаешь? Включай фонарик, Димон. Она же на голову запрыгнет тебе, Димас, и все. Как хэдкраб, что ли? Ну да. А на него не реагирует. Может, она пончик хочет сожрать? Тупая башка очень. Она... Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кошак, Виктор и Сундук. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. У кого день рождения, с днем рождения. А мы будем начинать. У нас новый билпак аниматроников, карта FNAF 1. Погнали. Да что ж ты сразу падаешь, не в таком смысле, погнали. Опа, еще и током бьет. Надеюсь, вам понравится, поддержите лайкосиком и подпишитесь на классный канал Димас.тв. Все, пошли отсюда. Все, начинаем выживать. Плохо, что энергия не кончается. Или кончается? Так, давайте будем камеры клацать. Должна кончаться, но она не кончается. Уже начинается у нас веселье, настроение просто, как всегда, отличнейш. Опа, упал. Мужик, вставай, все свои, все хорошо. Опа. Теперь у них есть куча режимов. Стучит, смотрите. Эти анимации мы на записи не показывали. Это все осталось на этот ролик. Что еще они могут? Смотреть. Гудеть. Ого! Нифига себе! Так, смотрите, стоит, смотрит. Так. Ух ты! Блин, да как ты так пугаешь? Мы не показывали этот прыжок тогда на записи. Эй, ты что делаешь? Закрывай! Так, Бонька стоит. Уже все в крови, это моя кровяша. Так, ползет. Блин, этот звук издает. Я думаю, что кто-то из нас умирает, а никто не умирает. Вижу уши. Я хотел уже дверь открывать. Стучит. Видно уши.
Лазит, лазит. По вентиляции он пролазит? Блин, такой здоровый, вентиляцию пролазит. Да как ты убил меня через окно? Ого. А ну это за... Может? Я тебя попой убил. У тебя что, жопа убийца, что ли? Да как? Это нечестно. Опять пришел Фокси. На тебе фонариком. Не? А, работает. Бежал. Открываем энергию. Двери. Так, бежит, бежит, бежит. Я успею. Я успел. Опа. Я знаю, кто-то сейчас появится здесь. Вот, с FNAF 3 балунбой. Но он убить не может. Он только пугает. Эй! Опа, голова. Привет, головешка. Опа, открылась. Эх, беги! Я не успел. Это невозможно успеть, они очень быстрые. А, я ж не умираю, забываю вечно, я просто дышу. Так. Закрывается дверь. Давайте сходим в подвал, посмотрим, могу я энергию пополнить или нет. Во, здесь так круто. Раньше вот этого светильника не было, это добавили уже, обновили. Эй, там кто-то за мной бежит. Так, 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 я вижу его, бегает. Ай! Да что ж ты так пугаешь меня, блин? Прикольный скример. Я его чуть не запомнил, этот скример. Ну, может, его не было в тот раз? Ладно, ожили. Тут кто-то прилетел и улетел. Так, клацаем камеры, смотрим. Так, так, в туалетах никого нету. Опа, я слышу звук классный. Опа! Блин, столько новых аниматроников, мне непривычно. Что за звук? Ха-ха-ха, голова пришла! Сейчас будет что-то плохое очень. Бум! Смотри, сейчас будет вылазить. Вылазит, вылазит. Опа, никого нету. Бегите, глупцы. Какие-то очень жесткие аниматроники у нас сегодня. Куча новых паков, пацаны издеваются. Как могут. Так, Димас, я тебя видел. А где ты меня видел? Это даже был. А как ты меня слышал? Ты где-то так. В туалете запрятал. Нет. Нет, я не в туалете. Я на туалете. Так, смотрим, пацаны. Никого. Нужно в офис нам? Ой, блин, нафига я дверь открыл? Эх. Спасибо тебе, Кэт Макс. Запутал меня. Закрывай ему голову, прищемляй. Так, 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 смотрите, сколько там крови моей. Да как ты убиваешь на расстоянии? Это фантом. О, привет, кто-то стучит. Пришло. Челюсть себя вправляет, чтобы быстро бегать. Я вижу его внутренности. Опа, смотрите, как прикольно анимация сделана. В окно смотрит. Привет, как дела? Так, лег, пошел, пошел, пошел. Этот стекло разбивает и все. Никого ж нет. Эй, откуда ты взялся? Беги! Ой. Ой. Есть, я успел закрыть. У нас энергия садится. Да ладно, мы не протянем так. Уже половины нету. Ну если что, я побегу пополню. Я знаю, там есть генератор в подвале. Есть пару идей у меня. Так, стоим дальше. Кто-то крякает. Это тень. Да ладно, крякает. Ты постоянно вот это чертеришь. Че не выбивается? Ой, ой, я не то нажал. Пролетел. О, я вижу отсюда кусок карты. У Фокси очень классный разговор. От них, наверное, не убежишь, да? Да куда ты вечно за мной ты пехаешься? Отвали! Эх! Я ж дернулся. Красиво ты меня испугал. Никак не прожить здесь вообще. Опа, пришло. У!
Да как вы убиваете через двери? Еще и троих сразу, и кошака убил. Это я какие-то... твой же замочил. Это какие-то стрёмные паки, они убивают на расстоянии со спины. Так, отлично. Может какую-то оружку взять против них? А ну-ка, давайте, пацаны, мы сейчас с вами погуляем в одну игру. У меня есть админский пистолет. А, я не могу через двери убить, это только они мне мочат. Опа, Чика стоит. А она добрая какая-то. Энергия села! А, не работает ничего. Эх, Фокси по голове. По голове пробежался. Так, подписчик побежал включать. Бежим за ним, пока он не включит. Есть, я пополнил. Ну чё, кто еще? Я разозлился, я достал админский пистолет. Я вас боюсь, вы очень сильно мочите. Так, идемте проверим, пополнил я энергию или нет. Никого. Ты чё там стоишь? Открывай. Отлично, у нас энергия пополнилась. Так, пойдет. Пацаны ржут. Ой-ой, смотрите, маринетка маску снимает. И ходит здесь, показывает, кланяется нам. Интересно, она убьет через двери нас, не? Стоит, стоит. А, не можешь, да, через стекло? Это бронированное, его никак. Но бронированное. Вот так могу. Жизнь у меня не отнимается. Это нацик делает такой звук? О, привет! Зовет. Так, я подхожу. Что? Никак? И смеется с меня. И ушел. Побежал, побежал. Ай-яй-яй, эта дверь. Убийца убила меня. Закрой! Так, отлично. Пришло Фокси опять. Что-то болтает. Закрывай. Убил? Не убил. Отлично. Опа, пришло. Красавчик наш. Посрача ему дам. Блин, со спины мочит. И по трупу топчется. А нефиг посрача аниматроникам. Я понял, что нельзя так делать. Так, сейчас мы кое-что сделаем. О нет. Кэт Макс, беги. Чё, пацаны, а чё вы испугались, а? Идите сюда. Чёткий прицел в голову. А чё кошак не умер? А почему? Меня слегка задело. Пощекотал. Пощекотал, говоришь? Эх, ещё раз убил меня. На счёт три стреляем в сундук. Раз, два, три. Бум! Вот это взрыв эпический! Да ладно, их не убивает, да почему? Бум! Ах, все! Ладно, ладно, выиграли. Обманул меня, резко выбежал из угла и замочил. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и Кэт Макс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Привет! Вы поставили очень много лайков, и сегодня у нас рубрика «Аниматроники бывают охранника», карта FNAF 3. Пацанчики, вы готовы? Да. Да, готовы, все. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Ребята, ставьте лайкосик, чтобы у нас получилась классная калитка, уникальнейшая. Все, Димон, а ну-ка тестируем. Не, подожди, секундочку. Подожди, пришел уже, ты смотри. Хоп, а у нас закрыто. Все, ребята, до 6 часов работаем, а уже начало 7-го, все, пока. И паспорт покажите еще. А то, мне кажется, вам нету 5 лет, да. Вам нету 18, до свидания. Не, вам слишком много лет, вам уже больше 100, мы такое, мы не запускаем такие. Ого! Ребята, напишите в комментариях, сколько аниматроникам лет? Даже интересно уходи, будет почитать. Уходи. Смотри, Димон, а ты будешь тут калитку волшебную ставить? Тут, с этой стороны? Ну да, вот вентиляцию закрыть. Давай пока его пинками прогоним отсюда. Пошел отсюда. Пошел. Так, секундочку, сейчас поставим. Во! Веревочка. Раз. От бога. Веревочка. Два. Веревочка. Три.
Ускоритель 4. Да. Так. Так. Красава. Так, так. Ого, ты чё пришёл? Я ж фанат. Так, ладно, хорошо, испугал, не спорю, красавчик. Испугал нас, испугал конкретно. Так, Димас, отойди. Сейчас, подожди, у меня скример завис. Так, хорошо. Я не успел толкатель поставить, или успел? Давай, давай. Тимон, закрой всё, двери! Что случилось? Да вот челик пришел толстый. А, вот что случилось. И ушел. Да, и напугал, и ушел. Я его вижу, я его вижу. Вот он стоит, толстожопый кабан. Где ты его видишь? Так, давай-ка откроем эту штуку. Так. Проветрим. А у нас и так сетки, у нас что проветривать? Так. Все четко. Ай, что-то дамажит твоя калитка опять. Калитка убийца. Смотри, какой жирный деревас пришел, деребас. Что тебе надо у меня дома? Дверь мне запилил. Быстро. Ты не пройдешь. Не пройдешь, не пройдешь. Он даже не сможет сдвинуть. Ну, его когтями ее царапает. Ой. Не-не-не-не-не. Да-да-да-да-да, давай-давай. Убил меня через калитку. Ведь у него руки длинные, мы слишком близко стояли. Наверное. Вот это жесть. Отойди, отойди далеко, а у него руки, смотри, крюки. Все нормально, Димас. Так, как тут включить сетку? Такие звуки, да, классные издают? Да, страшные. У него там в животе что-то урчит. Это он голодный ходит, пирожки просит. Так, отлично. Диман, мне нравится, как мы выживаем. Очень так атмосферно получается. И FNAF 3 вообще, ребята, классная карта. Если нравится, круто, пишите в комментариях, нравится вам FNAF 3 или нет. Смотри, смотри, идут, идут. А он может медленнее идти? Очень медленно. Куда еще медленнее? Не смотри на этого ужастика. Да, у него глаза какие-то стрёмные. Он загипнотизирован. Он может через как-то пройти? Как-то может, Димас, как-то, я думаю, может все-таки. Так, ползет. Отлично. Сзади, Димас! Да отвали! Ты как сюда попал, засранец? Я ему попробую... Постер сейчас писать. А, это же Shadow Trap, это Димон, я ему постер вообще бью. На, топчись. Лупи. Бей его. Нормально мы ему прописываем. По щам. Получай, 28 ударов по щам. Ты действуешь наверняка. Ушел под землю. Нормально. Так, давайте, кто следующий? Мы никого не боимся с Димоном. Вот он следующий. Мы лучшие охранники. Он как будто в невесомости, в космосе летает. А чё он как-то реально ходит стрёмно? Смотри, у него ноги взлетают. Это незаконно. Мне кажется, тут посрать сел. Димон, открой двери, проветрим. Давай. А, не открывай! Не надо! Смотри, сразу прибежал. Ах ты, костыль вонючий. Да как он твой? Димон, я закрыл. Спасибо, Димончик, спасибо тебе. Давай, беги! Так, Димон ушел. Так, надо стоп-сон прописать, то что-то пацаны раздудунькались. Так. Отлично. Смотри, крипер шагает еще. Откуда он взялся? Он сейчас взорвется, через стену убьет, Димон. Да? Может такое делать? Ну конечно, это же крипер. Нет, ты не пройдешь, у нас... Ты видел, какая там сила? Ты не пройдешь. 10 тысяч сил. Держу калитку. Слышишь? Откуда ты идешь? Да, вот сзади. Смотри! Человек. Ах ты, пальца головы! У него пальцы торчат. Смотри, какой. Не, ну они красивые. А во FNAF 3 нету, видимо, с энергии, поэтому. Ну, нормально. Скажешь, во FNAF 3 нет красивых, ну ладно. Нет, красивые есть, вот. Красавчик у нас стоит. Блин, вот как-то их надо отогнать. Я не знаю, я пока еще без понятия, как их гонять. Смотри, может, этот пришел. Что ты хочешь? Может, они покушать любят что-нибудь. Что вы делаете у меня в холодильнике? Давай что-то предложим им покушать. Надо как-то их отогнать, надо оружие, Димон, какое-то взять, оружку. На, Димас, гамбургер я им сейчас дам. Ешьте, пацаны. На. Димончик, я думал, тебя не зацепит. Вот да кто меня убил просто так? Тебя гамбургер убил. Убийца гамбургеров. Так, держи. Давай я еще одну кину. Димончик, отойди оттуда.
На гамбургер. На, видел, аж подпрыгнул. На жопа. Я сейчас тоже возьму. На тебе. О, все, Димон, отогнали. Все, отогнал? Да-да-да, он засыкал. Видно, у него жизни отнялись неплохо так. Смотри, лезет здесь. На тебе, жопа. Димон, отойди. Хорошо. Но. Ого, по черепу прописали. А ну давай еще. Еще одна бомбочка. Классно, класс. Вообще супер. Неплохо, зачистка. Еще одну, прям под калиточку. Ой, блин, не попал. Давай, Димас, перенаправлю. Блин. Я не то нажимаю, я просто переживаю, когда вижу больших аниматроников красивых. Так подожди. Ладно, ты с той стороны взрывай. Так я далеко. Ой, нет. Внучку. Да. Во. Ну а. И тебе, и вам, ребята, и вам. Приходите, приходите. Блин, я успел взорвать. Ого, скример. Это было прикольно. Ладно, продолжение следует. Да хочешь мочить? Жопоголовый, хорош. Хватит, пацаны, вы что, думаете, мы такие слабые? Слабые, они так думают. Но у нас-то на самом-то деле есть оружие. Ну, есть оружие директора, он нам оставил на всякий... А что за котяра тут ходит? Ого! Что-то за мочалка тут летает. Смотри. Я видел, из маленького плюша вылупилась какая-то жопа. Большая плюша. Так, Димон, иди в пиццерии, иди, я сзади тебя. Я, конечно, боюсь немножко. Ого, трупейшн. Чё, палка какая-то. Какой-то как кусок дерьма. Ах ты же поглиз. А кто кушает меня? Ого, смотри, Димон, это не твой лук? Не мой. На, снеговик. Вот, еще один плюшка. Ого. Даже и не больно. За тобой бежал, короче, я думал тебя спасти, но в итоге не получилось. Да, спас меня. Сам тебя убил. Красава, Димончик. На, да блин. Я тебя ищу, Димас. Ух, да не успел. А, я успел, я Серегу убил. Значит, все красавчик. Так, пацаны, кто хочет стрелять? А ты че псих такой? Так, ладно. Вот так, да? Значит, типа злые аниматроники у нас тут наблюдаются. Злые, Димас. Хорошо. Вот это, ребята, жесть и мясо. Димас, ты тоже помогаешь, да? Да, я стреляю. Вот это жестяк. Продолжаем, зачищаем. Они возрождаются, их убивают. Димон, я прохожу, аккуратно, не убей меня. Давай, я с тобой. Вот это тут все в дыму. Пойдем, Димас, к игровым автоматам? Идем. Так. Я буду играть в свою любимую игру. Во ФНАФ? Да, вот типа вот такая вот игра. Типа вы проиграли. Вам скример, да? Подарок. Хорошо. Что за звуки? Кто там какая-то дрыщет? Рыдёшка была. Так, кто со мной на один шерифский бой, короче? Ах, вот так, значит, убили, ах, да? Ах, вы крысы! Сзади нападать только умеете, да? Ну все. Спереди значит, бояться, Димон. Пора бы использовать... Да когда? Как? Пора бы, Димас, и ядерный взрывчик взять, а? Ну, я думаю, да. Так, уходите, жлобы толстые. Так. Три, Стой, у меня еще не зарядилось, а теперь отчитывай. 3, 2, 1. Засранцы. Вы что, не успели пустить бомбу? Не успели. Ага. 3, 2, 1. Погнали. Я успел. О, красава, Димас. Красавчик. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон, Покемон, Кэт, Макс и Серега. И сегодня мы играем в Гаррис Мод. Будем поднимать вам настроение. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы с Серегой будем нападать, а Кэт Макс и Димон Покемон будут охранники. Ну что, ребята, ваша главная ночь — прожить хотя бы
полночи и не проиграть. Ваша главная ночь — прожить полночи. Понял, Димас, я выполняю. Выполняйте, пожалуйста, Сир. Плохо, нет, Гаррис Мод отдать честь такой анимации, знаешь, было бы прикольно. Есть такая анимация. Да, есть. Есть? Блин, надо скачать этот мод. Короче, Димас, так получается, вы меня пугать будете? Да. Пугаете меня? Ага, понятно. Я сижу, короче, нормально, чика какая так, холодная. Так, всё. Тихо, успокойся, Кэт Макс, ты у нас самый неадекватный из нашей компании, двух человек. Успокойся. Он псих. Куда пошёл? Нам охранять надо эту фигню, будку. Он сможет. Будку охраняем. Револьвер-то спрячь, у нас тут и грабители пока не водятся. Кстати, Серега, идем нажмем, чтобы у них электричество садилось. В смысле? Вы что, офигели? А, ты уже нажал! Пацаны, у вас электричество садится. Садится, ёлки-палки. Да, тут такая штука. Димон, я специально искал карту, где будет садиться электричество. Я ее нашел. А, ты нажал на дверь, отлично. Я тоже нажимаю. Здравствуй. Ага, вот так, да? А ну, Серега, смотри. Ага, электричество садится, я вижу. А, иди отсюда, слышишь, ты нам садишься. Все, я пошел, я пошел. Батарейка. Так, давай возьмем. Короче, следи за правым входом, я за левым. Вот там Фокси там уже бушует, коробки какие-то. Ребята, так классно играть за аниматроника. Так что, если вы хотите следующую серию, чтобы я был охранником, а Дима покемон меня пугал, ставьте лайк. Так, ко мне тут Фокси Димас уже пришел. А, Кэт Макс. С Димасом я уже не выживаю, печально. Димас меня пугает. Кэт Макс, смотри за правой стороной. У меня тут вообще печально, у меня тут Фокси. Ты чё? Башка, пошла отсюда. А, кстати, у нас камеры работают? Ой, ты, блин, иди отсюда, иди, башку свою бери отсюда. Башка пролезает. У него башка лезет. Серега, у них электричество не садится. Садится, у нас тут зелененькая капсула какая-то протекает. Сейчас мы помрем здесь. Так, ладно. Не будем их сильно убивать. Вижу, там кошмарные. О, еще спрингтрап на сцене сидит. Офигеть. Видите, ребят? Это вообще жуть какая-то. Все, его нету, спрингтрапа. А что здесь спрингтрап вообще делает? Какая часть? Вторая? Да. А здесь все части. Это так. Ультимейтка. Как нам поднять сюда? Ты убил его дверью своего же охранника. Я так давно не ржал. А, ты шо? Офигеть, тут Бонька пришел из какой-то кошмарной части. Ты откуда, друг? Давай-ка вот так палочку возьму, типа я охранник. Батарейка садится. А, уходите, батарейка садится. Все, уходим, Серега, давай отступим, давай обдумаем тактику. Пусть они двери откроют, подожди, не спеши. А как посмотреть, сколько ночь идет? Короче, время у вас там идет или нет? Самое главное, что она идет просто, и все. Понял, все. У вас Фредди на сцене сидит, ух ты. Опа, ушел, сразу улетел просто отсюда. Димас. Ого, это... Волчара идет, пацаны, готовьтесь. Слышите, это... Пошел отсюда! Убил двоих, а вы что, дверь не закрыли? Не, а у него сын, он быстрый. Ну вот я вас предупредил, что волчара идет. Ого, тут волк. Зубами щечел. Он нам хату... О, башка твоя пролезла тут. Там... ты как сюда залез вообще? Иди отсюда. Как ты сюда пролез? Серега, я тебя вижу. Как ты сюда залез? Ну ты здоровый кабан. Жиробас, иди отсюда. А как? О, варенятка. Так, давайте по камерам побегаем. Так... Здесь у нас на камере все нормально. Вот тут марионетка на камере. Она там спряталась за стеной. А я как по правилам канонам стою здесь. Марионетка вообще-то так не ходит, если честно. Так. Она просто прошла, вспомнила, что кое-что надо еще. Так, все нормально? А че свет не горит? А это что за гопник тут идет, ходит? Ого, здоровяк, иди сюда, тут пришелец какой-то. А-а-а, пришелец! Ого, как у тебя пролез вообще этот разъем, блин? Проем. Опа-на, друг мой. Братан, ты как, братан? Как хорошо тебе? Получай. Ай, больно! Ну, меня вообще дверью придавило. У меня больнее было намного.
Так, Балун Боя не пускают, хорошо. Открываю хату. Опа, у нас тут никого. У нас тут чистенько. Ты можешь меня не закрывать дверью, пожалуйста? Я умираю от этого. Кстати, у нас эта красная, вот зелененькая штучка уже половину пропала. Опа-на. Опа-на, это кто? А ты кто такой? Это Балун Бой. Не-не, вон, смотри. Опа, блин. Плюш, так нужно его фонариком отпугивать. Ты боишься фонарика? Вот, это на тебя свечу, говню. Эй, вали отсюда. Вали отсюда. Я буду светить впритык прям. Клацай, он убежал. Этот здесь. Я тебя не заметил. А я стоял там долго, думаю, не видят меня. Ты мог забежать, короче, в хату нашу и закрыться здесь. Они энергию пополнили, что ли, или чё? Нет, у нас тут она заканчивается. Что долго? О, бей этого сопляка маленького. Я ухожу, я маленький сопляк. Они меня бьют, это я маленький сопляк. Так, сейчас я буду большим сопляком. Опа. О, ты красавчик. Я знаю. Я большой там у тебя на экране, да? Ой, давай экран. Как так-то? А ты откуда? Ты чё, дверь не закрыл, что ли? Давай, Кэтпак, залезай обратно. Ты с ним на кулаках не поборешься, бесполезно. Он тебя, блин, сожрёт сразу. Опа, а это Балора. Надо не шуметь. Закрывай, она, блин, быстрая. Спортсменка. Надо просто... Она балерина, да? Ну да. Надо стоять, она тебя... Музыка классная. А если стоишь, она тебя не видит, да? Да, ну типа у нее глаза закрыты. Да, Дима, ты не знал эту штуку? Офигеть. А типа она по шуму определяет, да? Да. Даже и в Sister Location был. Я чуть-чуть бы тебя убил, Димон, еще б секунда. Я успел. Так, а тут что ты закрыл-то? Димон, я придумал, можно прикольные серии именно по РП каждого аниматроника четко отыгрывать. Я понял, привет, ты что, срал там? О, я их на камере вижу. А, закрываемся. Их там двое, они там тусы устроены. С помощью этого ключа... Это знаешь, что мы сможем с помощью этого ключа сделать? Завести двигатель и пополнить все запасы. Кто пойдет на этот риск? А мне видно, как вы там бегаете сдалека, прям круто. Я проверил, Димон, можно так убить? Можно. А как ты это сделал? Ты мне в глаза посмотрел. А где твои глаза-то? Они там. Где вон, ты? В зале. Да. Вон он так. Там. Так. А его тоже можно фонарить. Смотри, это какой-то Балун Бой не дороже. Балун Бой это жесткий такой злой. А, у нас тут ползет ОМОН какой-то, спецназ. Быстрее закрывай. Смотри, поползаем. О, какой спецназ. Молодец. Смотри. Террорист какой-то, иди отсюда. Ого, у него у тебя маникюр вообще. Ого. Отпад. Слышите, вы вообще офигевшие. Так. Что еще сделать им? Спецназ. Не. Закрываемся. Хату. А, я хотел сбежать. Нет, не получится. Валим, закрываемся. Я как знал, что ты будешь убегать. Так. А что надо сделать? Можно же здесь убежать на улицу. Ой, обратно. Извините, вы ошиблись дверью. Идите обратно. Серега, надо дверь сторожить. А я иду. Убивать Димончика. И Кэтмакса. Вот такие дела. Кэтмакс, закрывайся там. Сиди, закрывайся. Как? Электричество кончилось. Кончилось электричество. Все, Серега, не нападаем. Давай тут подождем двери, почекаем. Так. Все, они не могут двери закрыть. На. А, как так быстро закончилось? Елки-палки. Вон, открой для меня дверь, парт-серверс. Димон, я просто хожу и чекаю, как Димон бегает. Ну, Серега, ну не мочи их так сильно. Токсичные мы. Токсичные, не мочи их.
Мама, как мы же потеряли. Мне нравится, как он шагает, как солдат, вот точно. Та-ра-та-та. Давай, иди, иди. Все, Димас, мы за тебя ключ потеряли. А что за ключ? Обычный ключ от двери, от двух. А где Димон? Я его не вижу. А он сидит, прячется где-то. Я иду к нему. Димончик, я иду потихоньку. А он в туалете стопудово сидит. Вообще топ. Я, Димон, готовься бежать в офис. Они энергию пополнили, от жопы. Да? Кэт Макс, ты пополнил энергию? Закрылся аниматроник. Ты чё там? Выходи, вот выход. Иди отсюда. Это аниматроник, он просто делает обход. Это аниматроник как охранник, он никого не убивает. Нифига себе. А как ты пополнил энергию? Это смешно. А, там есть генератор, и я с помощью ключа его открыл. А, вот видишь, у нас ключ-то пригодился нам. А где вы его взяли? А, видишь, внизу палка пропала, внизу, видишь, что-то палка там была. Серега, ты нажал кнопку, чтобы энергия садилась? Да. Ага, о, все, отключил. Да. О, у нас мониторы заработали. Так, а что на мониторах пишется? Ага. Обозначение. Только все на английском, правда. Все, так. Короче, вы ключ потеряли раз и навсегда. Да и нам не надо, нам и так хорошо. Без ключа. Ну что, открывайте. Нет. Да не, спасибо. Не хотят, да? Хорошо, сейчас мы кое-что сделаем. Сейчас. У меня есть очень добрый аниматроник для тебя. Очень добрый. Тебе он понравится. Закрывайся, Катмай, закройся там полностью. Закройся. Вали. Ай! На тебе! Это был отвлекающий маневр. Я отвлекаю, он мочит. Меня там передал бывший охранник кое-какую вещичку. И что это? Сейчас надо ее использовать, короче, потому что это уже... Не-не-не! Нет, Дима, не надо, я знаю, где выход, быстро за мной! Ух, я ж дернулся, Дима, ну ты псих! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега Енот, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь! Всем привет! Всем привет! Вам очень нравится рубрика, где аниматроники пугают охранника, так что будем пилить то, что вам нравится. Если вам нравится эта рубрика, ставьте лайкосик и поддержите Димона, Покемона и Серегу подпиской, ссылочка в описании. Классно пропиарил, если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем. Ну что, давай для начала мы покажем эту классную карту, потому что мы ее ни разу не записывали, давай. И пора ее уже записать. И а в конце что сделать? Мы сделаем с этой картой? Разфигачим, пойдем. Правильно, по старой схеме. Так, давай исследуем. Давай, смотри, давай сразу будем думать. Смотри, есть два входа, да? Или один? Да. В нашу один, вентиляцию. Один парадный, второй вот такой вот вентиляционный. Угу. То есть в вентиляции два прохода. Один вот тут короткий, там еще дальний какой-то. Понял. Значит, они будут нападать с вентиляции. Это раз. Вот тут Боня. Смотри, вот здесь они еще могут пройти вот так вот, прям напролом. Здесь. Ого. Так, Димас, отлично. Ого, смотри, какая чика красивая. Светится, да, еще? Угу. Что-то говорит там. О, а это вход, да, Димас? Ну, задний. А, так, передний. Вентиляция ведет к нам. Так, эта вентиляция идет. Тоже не к нам. Очень много вентиляции. По вентиляциям давай не будем ползать лучше. Да, это долго очень. Мы тут каждую вентиляцию пока смотрим. Так, ну что, давай тогда официально. Ребята, начинается 12:00. Я хочу сделать так, чтобы она закрывалась, открывалась, понял? А, ну давай. Там кто-то есть. Да? Смотри, какой красавчик пришел, заглядывает. Так, смотрит. Ну что, еще, смотри. Поприходили, красавчики. Это с новых модов, которые мы накачали. Нормально все? Ну да. Нормально. Пойдет. Так, ты там кнопки ставишь? Какие кнопки? Не. А чё это ты? Что ты, Димон? Что это за примитивный механизм колхозный? Это Димас калитка. Она очень странная.
Ты берешь, а как она работает? Тихо, заходи, закрывай свою калитку. Это у вас колхозная калитка. Что за звук конченый? Оттуда идет. Да, какая-то чепуха какая-то. Шумит. Так. Может, что-то поломалось у нас? Не, давай демонстрируй лучше. А, вон вентиляция, какой-то этот мангл там плачет. Что, двери твои там я бьют? Вот так открываешь и закрываешь. Димон, они стрёмные, реально. Так это не вас колхозный, я за 2 секунды их сделал. Мне кажется, можно было хуже сделать, ой, лучше сделать. Хуже, мне кажется, нет, а вот чуть-чуть лучше. Смотри. О, мне это нравится, Димон, хорошая идея. Я думаю, они испугаются и убегут. Я тоже так думаю. Класс. Тут у нас калитка, короче, работает. Слышь, как он жжет? Смотри, кто пришел! Кто? Где? Ого, пана, ничего себе. Че надо, алло? У нас тут денег нету. Надо было там лазерные мины поставить. А, он идет! Димон, ты знаешь. Взорву тут все. Кидай еще больше, Димон. Давай. Еще. Че, мужики? Вы же не такие крутые, алло. Там ползет челик! Димас, беги! Ух ты, блин! Ой, блин, он меня испугал! Диман, ты его взрывом откинул ко мне. Да. Диман, смотри, на столе какие красавчики стоят. Опа, идет, смотри, как к себе домой. Опа, исчезла. Я ее вижу, фонариком подсвечиваю. Ну нафиг. Ну все, это калитка, которую не отодвинуть. Мне нравится, как ты сделал на резиночках. Это резинки от трусов? Да нафиг ты резинки удалил, алло. Я держу! Димон, я держу! Я держу! Она толкает! Димон, сзади толкай! Спиной! Блин, я не пущу! Уходи, говно! Блин, ребята, первый раз такая ситуация. Я не брошу сетку. Или смерть, или... Димон, держи ты сетку это, давай. Димон, а что сделать? Бросай бомбы, я резко отбегу, ты потом взорвешь. А! Да говно! Сетка! Димон, ты не выдержал сетку. Она, блин, двинулась. У меня есть суперский пистолет. Если что, пользуй его. Они не могут пройти-то. Димон, они не могут пройти из-за двери. Я держу! Держи, Димон, я сейчас пройду. Я держу! Все, Димон, я тебя не выброшу ее никогда. Глянь, говно! Дверь! Ее Димон дамажит дверью. Пришла! Димон, да что твои резинки не держат? Ну что, это не резинка, это чепуха была. Ну я крепкий охранник, я давлю дверь спиной. Уходи. Ты смотри, расшипелась тут. Кстати, вот в коробке запчасти лежат, это уже ваши приходили сюда. Голова не надо балунбоя? Или голова Фредди не надо никому? Димон, смотри, кто сзади. Уходи, фонариком бей его. Нету тут никого, уходи. Потому что они пришли с вентиляцией, вот почему. Да. Убили и ушли. Ну чё, Диман, построил? Я организовал, смотри, дверь как открывается. Нифига. Мне кажется, ты мышеловка какая-то, теперь их можно прихлопывать, Диман. А как ты догадался? Нормально? Да, круто. Открыли дверь, вот, а потом закроем ее. Закрывай! На. А меня не жгет она? Нет, это просто ускоритель. Ускоритель, да. Она, видишь, толкает сетку, я сейчас буду задвигать ее. Смотри, они толкают ее, смотри, видишь, толкают. Угу. А, он сейчас хочет пройти, ускоритель, давай, работай. Что-то ты, Димон, слабый ускоритель поставил. Нормальный, смотри, стены еще прожгет. Не, тепло. Класс. Нифига. Вас сейчас лицо оторвет. Все четенько. Выживаем потихоньку. Они не могут пролезть, Диман. Дебас. Моя дверь еле держится. Они не могут пройти. Тут вообще упал. Димас, хочешь, я сейчас тебя спасу? Ты... А! Вот это ты меня спас. Я живой, Димон. Я живой. Спасибо. О, чё? Ай, блин, там больно, Димон. Оно бьет по голове.
Я просто со стороны наблюдаю очень смешно. 15 хп осталось, больше не делай так. Ааа, Димас! Друг, это я свой, свой. Уже точно полночи прошло, уже даже 4 часа точно. Напугали. Диман, убирай свою калитку вонючую. О. Ой, не в ту сторону. Да хватит мне! Ты как специально это делаешь? Нет. Да, я же понял. Так, а давайте вместе еще здесь... Фонариком бей его. О, Надя, нюхай. Нюхай калитку нашу новую. У нас тут вообще все по феншую. Ну, так, а у нас тут, смотри, сколько калиток будет теперь. Самодельных. Так. Ну, а вообще лучше. Димон, дави, дави свою штуку. Он толкает что-то? Калитку, он толкает. Есть, все, четко, не пройдет. Смотри, да ну нафиг. Злой какой-нибудь троник, да? А ты веревки крепкие поставил там? Да, да. Все нормально. Они очень крепкие. Он ничего не может сделать. Че, мужик, застрял? Отгибай чуть-чуть. Вот уродец. Димас, у нас еще новая появилась калитка. Смотри. О. Они смотри, не... это еще прикольно. Блин, ребята, ставьте лайк за механизмы. Смотри, какая у нас калитка теперь. Она какая-то рахитная, тебе. Да ну, открывай! Открывай! Я живой, Димон, я живой. Блин! Так. А как они прошли? Я не знаю. Да что ж такое, убивают бесконечно. Так. Он же под полов может ходить. Так это читерский аниматроник. Димон, ставь лазеры взрывные, чтобы они активировались, когда они будут идти по коридору. Идем коридор минировать. Открывай. Димон, раздача оружия. Да уходи! Фонарик включай! Слепи его. Он сейчас уйдет сам. Я ухожу, Димас, пока. Да чё ж ты-то? Его тоже слепи. Да я ж слепил-то я. Прям лежу, обиделся чуть-чуть. Все, мужики. Хорош. Уходите. Дима, твои калитки тут все. Так а что они телепортируются? У нас калитки нормальные. Не знаю, прошли, наверное. Отпусти его. Так, ладно. Идем минировать. Давай, минируем. Открывай двери мне эту. Эту открывать тебе? Давай, Димас, только аккуратнее. Она так, пацаны. Пока мы сейчас... Димас! Да пусть, дайте мы заминируем. Я закрылся, я успел закрыть. Да лабанга! Это Димас, я просто смотри, минер неопытный. Ломают нашу штуку, Димас. Ну нафиг, иди отсюда. Он сломал, Димас, он сломал нашу штуку эту. Уходи! Уходи! Проволочь! Что за вакханалия творится? Уходи, вонючка! Чё уже, не такие? Они же железные, я их просто буду долбить им. Димон, доставай базуку свою модную, вали его! На тебе, ты понял? Идем со мной. Не, иди ты, мочи его! Ай, да не меня! Ха, прикольный скривер. Хорошо. Чё? А-а-а-а. Не успел зачистить. Все, Димон, я отомстил за нас. За нас, за вас и за Сашку. Ого! За себя и за Сашку! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега, Angry Panda. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, вам очень нравится рубрика «Аниматроники пугают охранника». Так что сегодня мы будем пилить трендовый ролик, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Так что, ребята, ставьте много лайков, если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы будем начинать. Димон, а ты эту музыку классную слышишь? Ну да. Такая атмосферная, мне нравится. Ну, мне кажется, на записи оно не будет слышно, люди, наверное, не будут ее слышать. Печально, да? Конечно. Посмотрим. Так, давай дальше, спускаемся. Классный дом, ты хотел бы тут жить? Так, это мы выйти не сможем, пока не пройдем всю ночь. Да, ребят. Это такой челлендж, ребята. Прожить в ночь FNAF 4. Да.
Так. Так, вот. Тут все есть у нас. Вот, кухня. Кстати, вот самое, Дима, зловещее место, это вот эта вот кухня. Как видишь, это она такая стрёмная, да? И я здесь поставил камеру, поэтому, Дима, понял? Вот. Я здесь поставил камеру, потому что это самое злое такое место, очень самое такое страшное. Там кто-то сидит. Чуваки, уходите. Пойдем. И чувихи. Пошли, Дима, наверх. Все, пойдем. Так, ну что, начинается самое интересное. Так, начинается ночка. Ребята, если вам нравится рубрика «Аниматроники бывают охранника», ставьте лайк, и ролик выйдет завтра. Завтра. А если не поставите, то выйдет послезавтра. Классно сказал. А, Димон, мы же не показали, что у нас куча камер, поклацай. А, да, давай, кстати. Так, вот видишь, светом фигачу. Так, смотри, это левая сторона, это правая. Опа, мужик, стой, мы еще не обустроились. Обиделся, ну ладно, дальше. Ну-ну. Так, третья камера, четвертая. О, вот они тусуются, у них тут дискотека. Пятая. Четвертая, пятая. Ага. Нифига себе ты камеру наставил. А, забыл расфризить, прикинь. О, все, Дима. А как тогда ее регулировать? Может стоп какой-то, стопор поставь? А вот доски есть, Димон, ставь стопор. Это какое-то жесткое дерево вообще у нас получилось. Как всегда, веселимся. Вот давай вот здесь вот стопор. Так, смотри, Дима, сработает? Ну может стопор надо поставить ниже? А ну, Дима, знаешь, как вот так типа его поставить? Стой. А. Вот так, давай. О, норм. О, нормально? Да, нормально. Да, можно. О, можно. Так, одну дверь запилили. Да ладно, что за читерская дверь? Ладно, давай вот так вот сделаем, вот эта штука. Не зря же я такую штуку брал. Ну, а ну-ка. Вот это мы подвинем, вот так вот, смотри. А нет, пролази чуть-чуть сейчас, вот так. О, а ну да, я смогу, смогу я пройти? О, Димон, я знаю, как надо сделать, стой, стой. Давай. Мы тогда сможем на корточках проходить, а ну давай. Так, нет, мы и так можем пройти. Во, смотри. О, отлично. Ого, крепкие будут резинки. Да? Давай проверим, как дверь работает. Что-то резинки длинные. Не-не-не, Димас, так это... Какое-то тухлое получилось. О, Балунбой, привет! А чё, там уже кто-то к нам зашёл? Да, мужик там сидит. Работает? Всё, Димас. Готовы? Всё работает. Все готовы. Так, это мусор такой. Эта доска можно будет по голове кому-то дать. Да, это... Так, Димон, клацай камеры, смотрим. Так, да, смотрим, где кто находится. Так. Так. Здесь. Кого? Кого? Никого. Чика-чика. Они могут камеры ломать или нет? Смотри, аниматроник. Побежал. Побежал. А, нет, стоит. Они, короче, тусуются. Ага. Друзья встретились. Что-то прыгают там. Веселятся. Так, подожди, это они на нашем этаже уже, что ли? Да, они уже на втором, Димас. Так, давай тогда приоткрой нам дверцы. Давай, открывай. Чтобы проветриваться, да, чтобы было все. О, а я позаглядываю. Я твои двери боюсь, они какие-то двери убийцы. Все нормально, да? Да. Так, быстренько хоп, нажимаю, и сразу две двери закрываются. Понял? Опа, кто-то шипит, так, а ну-ка. Нажимаю, все нормально. Так, Димас, смотрим по камерам, где-то уже кто-то ходит. Диман, закрой вот эту дверь. Вот эту? Да. Закрой. Ого, что? Что такое? Я кто-то сломал, что ли? Не знаю. Я раз такое вижу. Я на камере смотрю. Как поржом. А че это? А, вот, все нормально. Все заработало. Ждем. Ушел. Ушел, да? Пришел. Фокси бегает там. Так, а это у нас сторона рабочая. На, калитка. Сработало. Спаслись мы от аниматроников. Так, эту дверь открываем. Такая красивая. Заглядывает. Что надо у меня дома? Двери запилил. Марионетка! Да ладно! Димас, а вот эта штука так спасет нас от аниматроников? Вот такая вот калитка, смотри. Ну это не, это знаешь, это
Это не калитка даже. Это какая-то стрёмная. Бабушки в деревне. Мне кажется, лучше будет. Как у бомжей каких-то. Так, давай по камеру посмотрим, где они там ходят-то. 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Все, никого, их нету вообще нигде. Пошли обход сделаем по дому. Да блин, а если... Или сыкаешь. Давай тогда откроем эту дверь. Давай, открывай. Эту. Давай, заходи. Так, ладно, идем проверим, что тут у нас. Ты успеешь закрыть бы? Ну-ну-ну-ну-ну! Димас, беги! Видишь, как он голову снял или что он сделал? Не знаю. А ну включи там камеру, можно посмотреть? Так, а я не знаю, туда ведет камера? Нет, вроде не ведет. Вот он! Вижу, смотри, это Бонни, только он разрушенный прям совсем. А ну, Димон, открой дверь, я к нему упаду, видно будет мой фонарик там или нет? Так, давай вот эту дверь открываю. Я ее боюсь. В другую сторону надо. Во. А, во, точно. Это вот прикрываем. Димон, смотри. А, смотрю. Блин, смотрите. Блин, он нас видит? А мой фонарик видно? Да, да, видно его. Может, в него пульнем? Димон, беги! Твоя дверь не открывается, открывается! Это жесть. Я просто надо все время клавишу нажимать, все, я не успеваю. У вас что, в домике? Да. А мне как туда? А туда только на Е можно пролететь. Ой, на В. Вот смотри, можно Димас одну дверцу приоткрыть, смотри. Во, эпик. Ништяк. Опа, опа. Кто-то там чикает, чирикает. Ага. Откроем дверь, проверим. Мужики! Успели. Ух, музыка классная. Диман, хотел бы в реальной жизни в таком доме ночью оказаться? Да ну нафиг с такими калитками, Димас, ты чё? С такими калитками в таком доме, не... Ребята, напишите в комментариях, какую нам следующую карту снять. Давайте приоткроем эту дверьку. Так, какую еще? Вот эту, да, приоткроем? Или это закрыто? Так, я иду прогуляюсь, Димон. Димас, хорошо, что я закрыл, там Фредди был. Смотри. Ну, мужик, ты чего? Это резинки от трусов, они очень крепкие, их никто не может поломать. О, Диман, а ну я могу дверь сам открывать, а ну стой. О! Ты их выталкиваешь, понял? Вот так вот делаешь. Вот, так я могу... Я могу сам заходить и... Там лифт идет. Вот включи камеру, он там ходит. Где? По коридору, вот. Не, в другой камере там был, я видел, вот он. Во. А я иду, кручусь и стою. А что, он заглючило его? Ну, что ли? Стой там, иди сюда. А какой Windows аниматроник? XP. XP, да. Не, у них Android. Так. О, смотри, этот чувак переместился сюда. Опа, башкой махает. Так, тут... Так, очень скоро, так... Кто-то пердит, Дима, слышишь? Да прям вот такой звук, как будто дед рычит какой-то. Пердит, кто-то в туалете сидит. У меня такой звук, когда в животе я есть хочу. Во-во-во, плюштрап, иди отсюда. У вас не аккуратней. А он ничего не сделает. Дима, твой ускоритель какой-то убийственный. О, смотри, Дима, он сейчас камеру сожрет. О, блин. Это... Мужик, ты зубастый очень. Да, зубы у тебя, конечно, веселые. Вас я выйду, пройдусь. Вообще не видно ничего. Вон он, Димас, иди сюда. Я иду. Два на корточках. Может, нас не видит? Два на корточках подползем. Давай. Да что такое, не пускают нас, блин! Смотри, выглядывает. А может его дверью пофигачит? Уходи! У нас дверь опасная. Смотрите, вас я его дверью откинул, кстати, видел? Да, лупи его. Уходи, мужик, мы заняты. А, сейчас дверь сломает. Да ладно! Диман, беги! Блин, у него скример крутецкий. Ого. Кто? Бей его фонарем, да? А можно его ногой пнуть вот так, смотри, с разбегу? Ого. Дима, смотри, как он отлетает от удара, смотри. Смотри. Давай ногой его бей, Дима. Ах ты ла! Ай-яй-яй-яй. Дима, но не любит, когда его башмаками по голове бьют. Что-то, видно, не понравилось ему. Я заметил, Дима, я заметил, прям эту дверь.
О-о-о. Легче, легче. А, так вон она сзади. Ну да. Она рядом. Здрасте, мы вас не пустим. Димас, надо быстрее тут дверь закрывать. Тут этот, спрингтрап. Они нападают на нас. А, лежит, смотри, смотрит, видишь? Смотри. Да. Это а вон. Чё надо? У меня дома. А это ломает калитку. Грызет зубами. Побьем ее этой штукой. Да она большая, не влезет. Уходи. Я эту штуку бью. Она отлетает. Чё же, не такая крутая, аля? А, Димас, у нас дверь забагалась. Чё с ней? Димас, чё с дверью? Она не пролазит. Жирная корова? Она сейчас тебя сожрёт. Не-не-не-не. Она не может. О, смотри, кто к нам. Да как ты пролез-то? Как? Свети, 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 свети. А он уже карлик, он же может проходить. Так он пролез там в щелочку, как мышка. Сейчас нашли. Ой, Димон, доски отломались. Уходи отсюда, вонючка. Ай. А, Димон, за мной гоняется плюштрап. Отвали, говно. Димас, заходи. Заходи, быстрей. Закрывай. Закрыл, закрыл, закрыл. Димон, тут он на двери насрал уже. Не знаю. Ого, обосрали калитку нам. Не, смотри, какой этот чел тут здоровый. Блин, там, да что вас так много, вы наплодились? У, луду. Убийца вышел. А, Димон, извини, я думал, ты аниматроник. Или какая у тебя реакция, Димас, какая? Аниматроник. Давай, Дима, проходи, проходи. Димас, может, все, двери разламываем. Я разломал дверь. Да блин, я не хотел тебя, Димон, убить. Вать. Выходим. Ого, там стекла и лопаются, ну нафиг. Беги. Бегу. На. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.